рассказываю лайфхак, который действует на большинство женщин, но почему-то о нем забывает большая часть мужчин. Дарить женщине цветы. Как это работает? Не переключайтесь. Жил-был Васенька, который косячил, который ни хрена ничего не делал, и тут женщина начинает на него обижаться, они расходятся по разным комнатам, спят по разным комнатам, и Олечка говорит Васеньке: «Васенька, ты давно ей цветы дарил?» Васенька говорит: «Очень давно». Олечка говорит: «Иди, купи ей цветочки, на следующий день удивись. Удивись ее реакции, удивись тому, что будет». Васенька пошел в магазин, купил цветочки. Дома у него вазы не было, поэтому он эти цветочки положил даже в кружечку из-под пива и молча оставил цветочки на кухне. Когда его женщина проснулась, угрюмо посмотрела на него, но в тот момент, когда она зашла на кухню, вся эта угрюмость сошла на нет, она стала улыбаться. Почему? Потому что цветочки... В большинстве своем, не рассказывайте женщинам, просто этим пользуйтесь. Решает большинство проблем. Где-то вдруг накосячил, понял, что ты накосячил, возьми, купи цветы. А если цветочки будут у твоей женщины регулярно на столе, скорее всего, она так сильно иметь тебе мозги уже не будет. О, господи, ребята, всем здорово, Саныч на связи. Во-первых, пока ты якобы спишь там где-то на диване, да, ну, в общем, по разным комнатам, в это время ты не имеешь. Ее имеет в это время мозги на работе, там, у подружки-пердушки, где-нибудь еще. Вот такие вот дела, ребята. Второй момент. То есть, получается, вот таким вот образом нужно покупать ее расположение к себе. Да, цветочки, потом подарочек. Ну как, что ты одни цветочки, блин, это платьишко купи. А что ты одно платьишко купил? А ну-ка поясочек, платьишку. И еще клатч такой же цвет, да. Потом еще и к зиме и сапожки. Ну это же нормально, я же не буду ходить как курица какая-то непонятная, да. Мне должно быть все в цвет. Вот такие вот дела. И третье, самое главное. Если у тебя есть какие-то отношения с женщиной, при любой ссоре, при любой склоке, там, не знаю, там, недоговоры, там, еще что-то, там, что-то она недовольна, эмоции надо, трахай ее. Это самое первое, самое лучшее и самое надежное средство. Во-первых, ты удовольствие получаешь. Я говорю, ты, а сам на себя показываю. Да, я люблю получать удовольствие, я люблю их. Но не об этом сейчас. Ты получаешь удовольствие, ты удовлетворяешь все свои потребности, и она от этого плывет, да, как бы, ну, в прямом смысле, плывет и течет, да. И как можно меньше, да, вот это, не то чтобы это там, типа, ой, солнышко, давай займемся любовью. Зашел в спальню и взял ее, и все. И на утро тебе и гренки с шоколадом, с нутеллой будет, она в 4 часа утра встанет, блин, и кофе тебе в постель, и все она сделает. Вот раз сделаешь, проверишь, и потом мне скажешь спасибо.